В Иванове появился новый автобусный маршрут номер 47. Он соединил местечко Сортировка с улицей Шошина. Необходимость введения этого маршрута обусловлена тем, что в ближайшее время в корпусах 4-й городской больницы будут размещены кабинеты взрослой поликлиники номер 9. Напомним, что медучреждение на Шереметьевском проспекте будет закрыто. В первое время по новому маршруту будут курсировать два автобуса с интервалом движения в 30 минут. В течение нескольких дней маршрут пройдет обкатку. Параллельно на этом направлении будет изучаться пассажиропоток. Городским властям предстоит выяснить, востребован ли маршрут ивановцами.